Для участия в конференциях Zoom первое, что нужно сделать, это протестировать ваши возможности, войдя в тестовую конференцию. Заходим по адресу zoom.us/test, нажимаем кнопочку «Войти», далее нажимаем «Загрузите» и «Запустите Zoom». В окошке нажимаем кнопочку «Save». Мы увидели, что наш файл сохранился. Запустили его и увидели окошечко, в котором нужно ввести ваше реальное имя. Далее нажимаем «Join Meeting». «Join Without Video». Услышали рингтон, нажали «Yes». Раз-раз. Раз-раз. Услышали себя, нажали «Yes». Далее «Join with Computer Audio». Раз и два. На этом все. Вы готовы к конференциям, к участию в реальных конференциях, если видите подобное окошко.